Продажи еще находятся более 9000 билетов свободные. И купить можно как онлайн, так и офлайн во всех кассах города. Проблема перекупщик. Кто жалуется? Где вы видели жалобу? Подскажите, пожалуйста. Если дадите мне ссылки, мы отработаем по всем этим направлениям. Но я не вижу проблемы в том, что билеты почти во всех ценовых категориях, кроме билетов по 500 рублей, есть доступны в продаже в онлайн и в офлайн режиме. То есть проблем с этим нет. Еще 9 тысяч счастливчиков, которые смогут попасть на этот матч, могут приобрести билеты за оставшиеся 4 дня. Я думаю, с этим проблем не будет. Ну а что касается непосредственного дня матча, мы тоже предпринимаем определенные меры для того, чтобы исключить работу перекупщиков на этом матче. И чтобы люди дошли до касс, также открываем все кассы непосредственно в день игры, если все-таки в продаже останутся билеты. Все кассы с обоих подходов к стадиону, поэтому если я буду благодарен, если вы мне дадите какие-то ссылки или принтскрины тех сообщений в интернете, где вы видели, что люди жалуются на перекупщиков, что они не могут купить билеты.